Водичка снимать. А, снимай, где это? Прицеплю там себе. Ноутбук не надо. А у вас вообще никто из Рубцовска? А? Кто-то есть у вас из Рубцовска? Рубцовска? Угу. Это же здесь рядом, да? У нас женщина приходит, просто она из... Она сейчас 11-го летает в Барнаул. Она тебя не ходит, вот это, тебя не ходит. Края, ты едешь? Так. Готово? Володя, сейчас, подождите. И вот меня тетка тянет за руку, тетка Савруллина, Татьяна. Написано, одни из самых певущих голоса не было. И я вижу, идем в направлении, там же 5 лет было, я хорошо помню, шли на восток, в конюшне. И жеребцы, я вижу чистоту, и на балке вижу, сидит голубка. И я как увидел первый раз, я никогда голубей не видал. И она мне не может места сделать, все, я поражен был. И вот на всю жизнь, это от Бога, это нельзя так. Я видел ласточки, воробьи, гуси, куры, у нас все было, ничего особенного. Как голубку увидал, я остолбенел. Я смотрю на меня, на голубку, а голубка на меня. Голубь — это особая птица. Что интересно, в «Алтайской правде», это губернская газета, большая статья была, Наталья Сухарева. Заголовок называется: «У злого человека голуби не живут, у злого человека голуби не водятся». И я вот сколько знаю, могу подтвердить. Говорят, там, пытаюсь, он тоже имел голубей. Фокусировка. Ну, сейчас получишь. Я знаю, что Зыкина держала породистые голубей, Брежнев. И там ухаживали за ними. А у меня природно, я не убираю ничего, они сами. Ну, гнезда сделал, сейчас Вячеслав видел. Я для чего попросил показать вот это? Научитесь ценить дар Божий, жизнь вечная. Вот написано Римлянам. А здесь дар Божий уметь сказать. Крутить, что ли, Вячеслав? Как она, женщина, находит... Да? Говорит. Крутить? Володя, подойди, пожалуйста. Рахиль хочет сделать кое-что. Подарок какой-то. В прошлый раз, когда я приезжала, Володя мне подарил Библию. Зачем ты нас? Я ответно ему дарю вот 6 томов «Жития святых». А что это такое? Поближе подойди, чтобы слышал, Игнатьевич. Все это не взятка, это закон. Да. 6 томов. Сейчас попробуем. А это последнее что? Все же. 6 томов «Жития» надо. Ну да. Ну вот это последнее-то выделяется, толстое. На какой месяц? А там 7, на весь круглый год. Ноябрь, декабрь. Это дорогой подарок. Совсем уважаемый. А? Это я должна была. Это я должна. Я ей в том году, когда она приезжала, Библию подарил. И я ответный подарок. Понятно. Ну, Володя, давай. Сейчас. Послушайте талант женщины. Как она прокладывает состав людей богатых. Обыкновенная простая женщина, ничего не выделяется. Но когда она заговорит, вы поймете. Вот этот дар повернуть на дело Божие. Так, что, Володя? Все. Посмотрите на нее. Ну, дорога не отходец, и где нужно, тормознуть может быть. Михайлович. Женщина Востока, так, гляди. А так где, в Ютубе? В Ютубе. Выступление женщины Востока Михайлович. Какая-то разница. Так, расположите, чтобы вам легко было смотреть. Свет можно выключить, он да. Мешает. А там это камера, я не знаю. Я не знаю. Снимать-то надо, нет? Зачем? Ну нет, снимать нечего. Все, включай. Мы будем смотреть. А то я включил, чтобы подарок не дарится. Давай.